А сейчас хотелось бы обратить внимание на другое. Действительно, как ты уже правильно сказал, очень часто мы там бываем в торговых центрах. И, как оказалось, не только девушки, но и мужчины, которые всячески следят за своей внешностью. Следят и правильно делают. О том, как они это делают и каким тенденциям следуют, расскажет наш корреспондент Александр Кононов. Брутальный мачо, метросексуал, хипстер или утонченный эстет. Сегодня выбор стиля и образа ограничен лишь деньгами и фантазией. И вовсе не правда, что мужчины не следят за модой. Следят. И муки выбора одежды и прически им также известны. Все течет, все меняется. Также и мода не стоит на месте. Поговорим, к примеру, о мужской растительности на лице. Вот такие вот шикарные усы когда-то были эталоном невероятной красоты. Теперь же этим никого не удивишь. Конечно, идеал красоты у каждого свой, но всегда можно найти единомышленников. Время от времени появлялись люди, которым подражали сотни тысяч, превращая их в настоящие иконы стиля. Эти кумиры создавали коллекцию и диктовали людям свой внешний вид. В наше время таких мало, поэтому рассчитывать приходится на свой вкус. Что же необходимо носить и что необходимо надевать мужчине в 2019 году для того, чтобы выглядеть молодежно, модно и актуально? Давайте попробуем разобраться в этом вопросе. Ну, такие усы, как у вас. Он не должен зависеть от ситуации, он не должен зависеть от какого-то положения, да, своего. А вещи – это то, что делает нас более раскрепощенными. Если ты не знаешь, как одеваться, можно посмотреть в интернете, чтобы... Хорошо знать. Шорты должны быть подраны в щи, и тапки должны быть такие, будто ты только что вылез из мусорки. Но при этом носки должны быть оба черные, но оба разные. Образ выбран. Теперь за покупками. Для того, чтобы понять прелести шопинга, нужно быть женщиной. Наверное. На примерку нескольких луков надо как минимум потратить 3 часа. Уж лучше бы хоккей смотрел. Примерочный процесс очень емкий и долгий, поэтому необходимо выделять достаточное количество времени для того, чтобы составить интересный и оригинальный образ. Чтобы не выглядеть нелепо, лучше воспользоваться консультацией специалиста, который поможет с выбором подходящего наряда. В моде сейчас классика, классические цвета, черный, синий, серый в моде. В моде сейчас лаконичность. Спортивности, удобства. Спорт можно сочетать с классикой. После консультации завершаем образ модной прической. Как нельзя лучше в этом разбирается барбер. Это человек, который занимается только мужскими стрижками. Для того, чтобы в 2019 году выглядеть круто и стильно, не обязательно иметь какой-то аксессуар в виде бороды или же усов. I want to break free. По большому счету, трендом 2019 года можно считать практичность и удобство. И это что касается не только стрижек, но и наверняка одежды и, в принципе, образа жизни. Самое главное – это оставаться человеком, который, несмотря на современные тенденции, всегда будет выглядеть аккуратно и чисто. Ведь, как известно, мода, она приходит и уходит, а чувство стиля остается всегда. Александр Кононов, Максим Турчев, «Утро нового дня».